Всем здоровенько, с вами канал Гандикап, я Диман. Проснулся и решил зайти в игру, посмотреть, что за обновление вышло и что вообще. Ничего нового я не увидел. Ну и давай чекать легенд. И могу сказать, ребята, собрал я команду легенд, которая я сегодня выйдет. Она будет апнута на плюс один. Давайте посмотрим на эту команду точно, которая будет, парни, апнуты из легенд. Вот этот состав. Все эти карточки сегодня получат по плюс один. По плюс один. Почему по плюс один? Показываю вам. Очень легко и просто, да? Ван Бастен. Я его удаляю. Удаляю. Я всех проверил. Вообще всех не поленился. Всех проверил. Ван Бастен. У 94-й есть версия. Но мы поставили 93-го, чтобы нам видно было. Ну и давайте пробежимся быстренько по команде. За кого бы интересно было бы, да? Матеус Лотер, да? Он и так 93-й классный. ДСИ 91-й и так классный. Ворочек будет у нас 93-й. Вот. Мне вот этот бы персонаж интересно было бы. 92 рейтинг он будет. Что ему накинут? Куда накинут? Надо смотреть. Вот эта карточка для меня интересная, да? К примеру. Роберто Баджо. Классная карта. Все классно. Выносливость 76. Если они сегодня ему подтянут выносливость, карточки рейтинга 94, будет топово. Будет топово. Можно будет за него покатать. Покатать. Ну и... Так. Кто бы мне еще интересен был бы, да, вот тут. По нападающим, если пробежаться. Александр Дель Пьеро. Да, Александр Дель Пьеро, 93-й, да. Элфа позиция у него будет. Вы уже сами все видели. Не очень интересно, если честно. Анри, 94. Он и так играбельный, нагибательный. 94, в принципе. Ну, круто. Ну, да, хорошо. Вот. Стив Джерард. Будет 92 версия. Вот это интересно. У него, в принципе, физуха и так имеется. Сейчас ему поясушки, если накинут. Поясушки накинут. Будет карта-бомба. Карта-бомба будет. Вообще бомба будет. Сеедорф. Сеедорф. Также будет 92-й. Все шикарно, все прикольно. Ловкость. Пейса накинут. Карта будет убийца. Будет убийца. Карта получает деко. Фиксельный деко. Тоже получит сегодня плюс один апгрейд. 91 рейтинга будет. Ну, если ему подтянут удары. Передачки еще сделают топовые. Я думаю, то, что это довольно играбельная карта станет. Петит получает также у нас плюс один. Но его можно было бы апнуть, так сказать, информа получить, да? Ну, у нее и так все шикарно. Сейчас ему еще подтянут и будет карта бомба. Бомба, однозначно бомба. Так, ну, кто вот меня еще интересует? Вот этот парнишка, скорость если накинут, 86 будет примерно, если у него сегодня. Будет топово, но самое больное у него это выносливость 82. Ну, нужно делать хотя бы 86-87, тогда эти карточки, да, которые стоят немало денег, они за вас будут бегать 90 минут. Вот. По нападающим, ну, конечно, давайте еще вернемся к нападающим. Рут Волнистенрой, в принципе, карта и так неплохая, не хватает выносливости, из-за этого, я думаю, его цена... На рынке 700 тысяч монет, да, примерно. Выносливость добавят. Удары и так топовые. Скорость, выносливость, ловкость, баланс. Все, больше ему ничего не надо. 93 рейтинг, ждем тебя. Ждем тебя. Ван Бастен и так один из самых таких злых нападающих. Но также хромает у него, чисто я считаю, у него хромает эта выносливость. И его шняя скорость для FIFA 19. Остальное все бомба у него. Бомба, собранность, завершение топовое. Все у него вообще прямо это, космос. Космос. Посмотрим сегодня, что выкатят они нам 94-ю версию Ван Бастена. Так, ну и давайте. Так, кто еще? Клюверт, Патрик. Да. Также получает то же самое. Такая же беда у него. Выносливость и чуть-чуть можно поясушки накинуть. И будет играбельная карта, которая будет за вас отыгрывать все 90 минут. Потому что я, как бы, да, покупая легенду, парни,
я ее рассматриваю на 90 минут, но никак не на 50 минут, отдавая 7-8 соток, а то и более, чтобы он поиграл за тебя 50 минут. Но это не по мне. Я считаю, я могу поставить тогда простую карточку, ее поменять через 50 минут, так сказать, да, матча. Вот самые больные проблемы, я считаю, это вот у легенд выносливость. Разработчики выкатили FIFA 19, а в этой FIFA очень сильно играет выносливость на карточках. И тут они промахнулись, как обычно, фейл яшников. Это, больше тут слов нету, это фейл в любом случае. Также будет 91, также 82, это очень мало. Это 60-70 минут игры. Потом карточка, конечно, уже не так ярко будет играть за вашу команду. А если ему сейчас сделают 85-86, игра головой, FIFA 19, сами понимаете, топовый вариант. Скорость топовая. Все, красота. Слабая нога, 3 звездочки. Ну, уже у многих в составе он будет играть 91, это 100%, если это добавят. Ну, кого мы забыли-то еще? Центральные защитники, ДСИ, в принципе, и так топовая карта, топовый центральный защитник на все времена года. 92 будет также. Можете сами зайти в поиски, набрать его, проверить. Канавара и Пуёль. Легенды, которые, в принципе, не очень такие дорогие. Фабио, да, как у него правильно? Фабио Канавара, 92-й. Будет 93-го у нас сегодня, буквально часов так через 9. Разгон, скорость рывков шикарная. Я, наверное, думаю, скорость, рост маловатый у него. Но фишка в том, то, что смотря что ему накинут и куда его можно будет применить. Ну, типа тот же Аспилюкуэти, если скорость накинут, Аспилюкуэти, только более жесткий, да, все помнят FIFA 18, Аспилюкуэти. Защитные свойства у него и так в порядке. Физуха в порядке, выносливость 84 делаете, ловкость, баланс подтягиваете, скорость и все. Защитник, я считаю, можно будет таким катать. Ну и Карлос Пуёль, это вообще, в принципе, я не знаю, это такая легенда, Пуёль, блин, ну это бомба. Это бомба легенда. У него, в принципе, все довольно хорошо. Вот как они будут просто накинуть плюс один, если они Пуёлю сделают скорость хотя бы скорость рывков будет уже 80, да, тогда будет топ. Ну, наверное, я в этом сомневаюсь, то, что будет такая скорость у него. Ну, ждем, смотрим, что они выкатят, какая цена будет на эти карточки, какие дропы будут, да, и вообще вот это интересно все посмотреть. И из этих всех подытожим, да, 22 карты, по-моему, я насчитал. Я так думаю, карточки 3, 4, 5, они сделают на них СБЧ. Ну, наверное, вот как вот на Карлос Пуёля, на Воротаря 93-го, на Пиреса, скорее всего, будет СБЧ. Можно будет собрать СБЧ на них. Вот, как бы. Ну и что? Ну вот, надеюсь, так сказать, кому-то я сейчас 9 часов осталось у кого в голове. Пищу для размышления добавил в голову, какие карты выйдут. Вот это 100% они выйдут. Можете сами проверять, заходить в трансферный маркет, набираешь фамилию, и там уже версия карты появляется новая. С новой картинкой, заставкой, все как бы как полагается. Ну как бы так, ребята, ждем сегодня. Я 11 часов жду, кто-то это. Посмотрим, какие обновленные версии карт выйдут. Всем-всем пока-пока, с вами был Гандикап. До вечера.